Торжественно и немного грустно. Городская общественная палата в последний раз проводит пленарное заседание в таком составе. Участники подводят итоги за 5 лет своей работы. Не без гордости. За это время общественникам удалось стать эффективным связующим звеном между горожанами и властью. По инициативе общественной палаты, и надо сказать, что с благосклонного понимания руководства города, нам удалось переменить отношение наших руководителей, я имею в виду департаментов, да и просто исполнителей, к мнению общественной палаты. Таким образом, чтобы человек, отвечающий за ту или иную область работы, чувствовал свою ответственность перед населением. Общественники стали решающим звеном в реформе местного самоуправления. Именно они налаживали работу общественных советов районов. А сейчас по их инициативе проходят обучающие семинары для районных депутатов. Именно благодаря общественникам мы с вами продвигаем реформу местного самоуправления. Кто-то ее сравнивает с советами народных депутатов, но мы на это не обижаемся, ни в коем случае, потому что вот то, что хорошего было в советах народных депутатов, мы стараемся переложить сегодня на депутатов районных советов и, соответственно, работать. Работают общественные приемные. Члены общественной палаты – уважаемые в городе люди, чьи опыт и знания служат на благо Самары. Именно общественники дают экспертную оценку всех правовых актов, которые принимаются в администрации города. Они советники и аналитики всех происходящих событий. Вы представляете общественный срез города, и вы можете критиковать власть, должны критиковать власть. Но это крайние формы работы. А в основном вы должны советовать, помогать, подсказывать, оберегать и, наверное, что-то предупреждать. И вот в этой части, в этой мере я очень вам всем благодарен за те разумные, грамотные советы, которые вы давали исполнительной власти в течение всего прошедшего года, что позволяло нам, в общем-то, как мне кажется, неплохо работать в 2015 году. Новая общественная палата начнет формироваться в марте. Она будет состоять из 27 человек. Треть кандидатуры от администрации города, треть от Гордумы и оставшаяся часть от общественных организаций города. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События.